Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про командора или венгерскую овчарку. Командор – собака, известная своим необычным внешним видом и хорошими пастушьими качествами. Именно ее жгутообразная шерсть позволяет ей маскироваться в овечьей отаре. Если в начале 20 века представители породы использовали преимущественно для охраны стад, то сегодня венгерские овчарки популярны и в качестве домашних питомцев. Заводчики командоров ценят этих собак за спокойный нрав, послушание и преданность. Замечательный, потому что это пастух, любую живность очень любит, к детям очень хорошо относится. Но, конечно, нужно воспитание, все-таки овчарка. Командор имеет крупное крепкое тело, рост в холке у представителей породы обычно составляет от 65 до 85 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 40 до 60 килограммов. Шерстяной покров у командоров длинный, несколько укороченный в области шеи, спины и морды. В щенячьем молодом возрасте шерсть этих собак еще не заплетена в шнуры. По мере взросления животного она становится кудрявой, а потом уже формируются жгуты. Стандартом породы признан один окрас – белый. Командорам необходима социализация и воспитание с самого детства. Если они присутствуют, щенок вырастает в неагрессивную, уравновешенную собаку, которая способна ужиться с другими животными и отлично поладить с детьми. Прекрасно уживается с другими животными, любит вообще всех. У нас тоже загородные. И там куры, индюки, всех очень любит и помогает в пасти, в общем, грубо говоря. С детьми замечательно. Как бы дети могут делать все, что хотят, трогать, щупать. Вот. Ну, естественно, это тоже воспитание. При уходе за командором особое внимание стоит уделять шерсти питомца. Она не подлежит расчесыванию, но формирующиеся шнуры у собаки необходимо разделять, чтобы они не сплетались вместе. Также нужно следить за состоянием глаз, ушей, зубов животного и вовремя чистить их. Кроме этого, важно регулярно стричь собаке когти. Когда щеночек рождается, у нее не такая шерсть, он более пухлявый, и только формируется к 9-10 месяцам, начинается формирование небольших дредов, которые надо немного помочь сформироваться. И потом будет расти шерсть до конца всей жизни. Собака не линяет, потому что вся отмершая шерсть формируется именно вот в такие дреды. Взрослая собака достаточно утром и вечером гулять, и, в принципе, хорошо, когда собака живет за городом, потому что это шикарный охранник именно территории. Средняя продолжительность жизни командора составляет от 10 до 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!